Отжигай. Да, спасибо. Спасибо, что позвали, представили. Да, Legacy PHP FPM в Kubernetes, как мы переносили этого страшного старого монстра, какие мы на этом, сколько съели ежиков. Ну так, в общих чертах расскажу. На заставке терминатор, потому что много раз случалось, что поды были терминированы, остановлены. Я решил как-то сделать, что в стиле терминатора немножечко. Так, раз, кликер, секунду, вот. Меня зовут Игорь Титов, я из компании GarageAid. Мы, может быть, вы слышали, мы генеральный партнер Saint Highload++. Рассказываем, делимся опытом, зовем к себе. Приходите на стенд, все расскажем, все покажем, поучаствуйте в наших активностях. Кто отгадает маленькую загадку, тому будет от меня приз. Итак, GarageAid, наша компания, продуктовая компания. 11 лет разрабатываем целую экосистему продуктов по всему миру. Что еще можно сказать? Сотни тысяч пользователей, 180 стран мира, больше 300 микросервисов у нас в багаже. Пару слов для тех, кто не в курсе, что такое PHP FPM и с чем его едят. В общем, как бы PHP, понятно, PHP. FPM — это просто Fast Process Manager. Процесс-менеджер быстрый, что там, написан давным-давно, во времена еще, когда мне даже, наверное, 15 лет не было. Да, написан, поддерживается, между прочим, до сих пор. Много всяких к нему есть руководств по настройке. Что я хотел отметить, это возможность задания статических процесс-пулов, динамических процесс-пулов. Это очень важно и гибко, и удобно. Ну, и много всяких других настроек в стиле таймингов, выполнения запросов и тому подобное. Еще одна штука с PHP FPM — это плюс Nginx. Всегда можно обрабатывать статику на стороне Nginx, это будет намного быстрее, а динамику отправлять уже, собственно, в PHP FPM. Схема на ваших, перед вашими глазами, все просто, клиент, статика на Nginx, динамика дальше пробрасывается до PHP FPM. Пару слов о том, как это было у нас давным-давно. У нас был прям ванильный докер, то есть виртуальная машина, на которой просто развернут докер, и мы там поднимали свои контейнеры, следили за их там, доступностью, за их работоспособностью, но ни Docker Swarm, ни Docker Compose, ничего такого. Прям ванильный докер, за которым мы смотрели. Какие были прямо самый страшный минус? Приходил периодически трафик, нужно было расширяться. Как мы это могли сделать? А мы это могли сделать через вот такой... На примере вот масштабирования расскажу. У нас есть балансер облачный, есть два Nginx, или там три, или пять Nginx, с помощью которых мы, собственно, направляем трафик на докер машины, где также есть свой Nginx, который статику обрабатывает уже, и дальше который работает с PHP FPM. Нам нужно расшириться. Мы добавляем контейнер с PHP FPM, добавляем контейнер с Nginx, а потом еще и передеплавим, релодим свои лот-балансеры. Все это делается ручками. Системные инженеры должны были следить за этим, за всем, знать, когда приходит трафик, видеть на мониторинге приходящий трафик приложения и все это как-то отруливать. Понятное дело, что с появлением Kubernetes мы все эти проблемы могли махом решить. Кроме этого, еще... У нас следующие были проблемы. Это падение контейнера с Nginx, например, не вызывало падение контейнера с PHP FPM. За этим тоже надо было следить, дополнительные мониторинги накручивать. Еще демоны были в едином контейнере, которые могли между собой сражаться отчаянно за вычислительные мощности. Был... Вот для всех таких вот монолитов, которые были написаны на этапе стартапа, еще и была проблема тем, что они сервисы разворачивались все, каждый своей ансибловой самописной ролью. Собственно, деплой в кубер решал эти проблемы. У нас есть хельм, есть конфигурация для хельма. Поехали, все быстро и просто.
Ну и в том числе билд проходил прямо во время деплоя. Нужно было вытащить все зависимости, собрать имидж, сбилдить и стартануть контейнеры. Тоже было не самое приятное удовольствие. Итак, глава следующая. Перенос Legacy PHP в PM в Kubernetes. Для начала хочу сделать маленькую ремарочку, потому что переносом занималась другая команда, не та, в которой я состою, собственно, и не совсем глубоко я проник вот во время переноса вот в эти процессы, что происходило, и за что этой команде, кстати, спасибо, они справились, приложение работает, все здорово. Итак, во-первых, разделили пулы, все очень просто. Для пулов использовали много-много разных деплойментов, RPC, демоны, API и тому подобное. Статику отдельно делали. В общем, все просто распилили на деплойменты, и все как бы должно было хорошо. Отдельно хотел отметить краны, потому что краны — это такая раньше была жуткая проблема. Краны — это были обычные старые краны, которые там в крунтабе хранились, запускались по расписанию, Docker exec и тому подобное. Сейчас краны мы просто вынесли в отдельный нотпул, чтобы они никак не аффектили основные там сервисы, микросервисы и тому подобное. Использовали для этого еще для кранов concurrency policy, чтобы управлять, сколько кранов там у нас под каждый крон, сколько экземпляров может быть запущено. Это как раз я отметил для тех, кто интересуется, как управлять чуть-чуть кранами. И, собственно, благодаря тому, что краны стали сущностью cronjob, мы, не задумываясь, условно говоря, не принимая каких-то дополнительных инструментов, сразу начали получать в данные CF Prometheus и в Alert Manager быстро настроили алерты на падающие краны. Миграции. Упреждая вопросы, сразу я решил сказать о миграциях, что миграции при развороте этого монстра теперь выполняются через хуки на pre-upgrade, pre-install. Ну, фактически, кто знаком с Kubernetes, знает, что это Kubernetes джабы. Ну и дальше, собственно, единственное, на что мы обратили внимание, это то, что нужно правильно настроить тайм-ауты для миграции, потому что миграция может быть действительно долгой, на прихуках может все упасть, все завалиться, ну и, собственно, упало, завалилось, а результатов никаких нет. Поэтому побольше сделали время с помощью Active Deadline, как он называется, Seconds, да, Active Deadline Seconds, ну и, собственно, миграции поехали. Отдельно хотел сказать про консоль выполнения команд. Если раньше мы просто заходили в докер-контейнер и что-то выполняли, теперь мы сделали отдельный деплоймент, опять же, с докер-контейнером, в который мы можем что-то зайти и в CLI-интерфейсе что-то выполнить. В общем, все просто, но отдельным деплойментом это сделано. Ну и статика, да, это тоже отдельный деплоймент, в котором мы, собственно, заранее сбилдили его, заранее собрали образ, подложили, и у нас там Nginx со статикой висит и обрабатывает статические запросы. Казалось бы, все перенесли, все успешно, но буквально первый самый запуск, и мы чуть не получили терминирование. Слава богу, вовремя заметили, что мы забыли про AMQ-прокси, а PHP не любит рвать соединение с RabbitMQ, и мы чуть не словили просто окончание соединений с RabbitMQ и вспомнили, что у нас на каждой ноде, оказывается, был еще дополнительный контейнер с AMQP. И, собственно, его нам пришлось добавить в поды с нашим Legacy PHP приложением. Добавили, начали вроде работать и обнаружили такую штуку, что надо не просто добавить, но еще и правильно управлять контейнерами, потому что как сайдкар-контейнеры Kubernetes вообще, в общем-то, не поддерживает какой-то жизненных циклов сайдкар-контейнеров. Точнее, на тот момент был большой мерзший квест, который говорил, вот сейчас мы сможем поддерживать в 1.19, по-моему, версии Kubernetes сайдкар-контейнеры, вот время жизни, какой раньше, какой позже должен стартовать и останавливаться. По факту мерзший квест был отклонен, и, собственно, управление сайдкар-контейнерами сводится к тайм-аутам, какой попозже остановить, какой пораньше. И, собственно, мы долго настраивали там, ну, не так долго, на самом деле. Ну, настроили какое-то время выполнение остановки AMQP, как это правильно сказать, после того, как остановился PHP в PM, чтобы мы не теряли данные в Rabbit.
Ну и, собственно, про терминирование. Терминатор 502 на проде. Мы перенесли приложение и начали получать периодически, не там, с какой-то долей вероятности, 502 на проде. Начали разбираться и поняли, что 502 на проде прилетают во время деплоя. Казалось бы, все просто, мы можем это увидеть. Выяснилось, что нам достаточно добавить небольшой тайм-аут при стоп-хуке, чтобы у нас эта проблема ушла. Наше приложение таким образом реагировало, что нам нужно было чуть-чуть подождать перед остановкой. Ну, собственно, мы начали добавлять такие тайм-ауты, вроде стало получше. Команда в итоге все пришло к тому, что мы ждем 5 секунд и только потом выполняем graceful shutdown команду для PHP FPM. Подождали 5 секунд, отправили сигнал на выключение и еще ждем 10 секунд, потому что иначе мы опять получим 502 и 500 на проде. Следующий шаг. Мы забыли про внутренние тайм-ауты. У нас есть еще в PHP max execution time, а в PHP FPM у нас есть... Как же он называется? Параметр, сейчас я его найду. Секунду. Process Control Timeout. И необходимо отметить, что эти пороговые значения тоже влияют на правильное выключение подов с PHP FPM. Ну и, собственно, кроме этого, надо не забыть, что у нас еще есть Graceful Shutdown Timeout для подов. По дефолту он 30 секунд. И если ваше приложение не останавливается за 30 секунд, то ему отрубают голову. И здравствуйте, 502 и 500 на проде. Вот, собственно, мы, это я показываю вам коммиты, да, которые правили, добавляли новый опционал. Это, по-моему, конфигурация из Ansible. Итак, как было и как стало. Собственно, мы теперь видим, что у нас стало ступенчатое изменение, да, то есть мы спим, потом выключаем какое-то время, потом еще дожидаемся, когда PHP FPM точно завершит все процессы, и лишь в конце позволяем Кубернетусу прибить наш под. В этом случае мы точно избегаем путаницы с тайм-аутами, никто не убьет раньше приложение и тому подобное. Казалось бы, решили, и вот мы в этот момент прямо думали, ну все, мы молодцы, мы справились, и добро пожаловать во вторую часть, 502 еще раз на проде, и что-то пошло не так. Они опять продолжались, всплески были 502, причем там достаточно большие, мы вылетали за SLO. Кто был виновен? А оказалось, виновен был Horizontal Pod Autoscaler. Есть такая штука в Kubernetes, которая позволяет тебе скалировать быстренько. Мы ее подключили как раз в процессе, пока решали проблемы с таймаутами. Ну, вы поняли. Одну проблему еще не успели решить, другую создали сами себе автоматом. Вот в этой конфигурации кажется, что все просто. Да? У нас есть реплики, да, есть еще... для автоскейлинга минимум реплик и максимум реплик. Казалось бы, все комфортно написано. Но если присмотреться, мы увидим, что в то время, когда мы добавляли Horizontal Pod Autoscaler, у нас такая штука была, что мы всегда деплоились в максимальное количество реплик. А кто-то у нас добавил, что надо деплоиться в минимальное количество реплик. Представим, у нас Horizontal Pod Autoscaler расширил наш деплоймент до 60 реплик. Идет деплой, мы схлопываемся до 20, то есть у нас идет нагрузка, мы схлопнулись до 20, получили гору 502 и начинаем по автоскейлеру опять до 60 растягиваться. Вот такой вот, вот артефакт из тех времен. Что еще? Как это выглядело в Grafana? Это хлоп, и поехали заново. Ну, люди от этого, конечно, страдали. Мы вот в этом моменте очень быстро среагировали, слава богу, почти там в течение полутора часов нашли проблему. Ну и, собственно, подправили количество реплик, подправили максимальное, минимальное, сориентировались еще и по потребляемой памяти внутри нашего приложения. И теперь мы делаем так. Но, казалось бы, конфигурация не поменялась. Опять есть минимальное, минимальное и максимальное количество реплик. Но мы, кроме этого, еще добавили вот такое изменение, которое позволяет нам правильно управлять Horizontal Pod Autoscaler. То есть мы говорим, если у нас автоскейлер включен, то мы реплика вообще не используем. Мы используем сразу параметры автоскейлера. Вот эта штука, собственно, нам как бы и ломала частично наше приложение и терминировала его.
Так, о Horizontal Pod Autoscaler есть отдельная большая такая штука, большой кусок документации, в том числе, в котором описана процедура переезда с реплика сета, да, в деплойментов в HPA, в HPA, в Horizontal Pod Autoscaler. Есть рецепт, как безопасно переехать. Собственно, еще одно произошло терминирование. Я выбрал безопасное окно с минимальной нагрузкой. Начали выполнять эти команды. На деве все сработало, а на проде у нас деплоймент схлопнулся до одного пода. Ну, здравствуйте, выброс 502-х. Слава богу, это было в течение там, 3 секунд. И потом мы быстро выросли опять там, на необходимое количество подов. То есть документация, рецепт, обратите внимание, может не сработать. Поэтому лучше выбрать для таких процедур, для вашего PHP, FPM-приложения или любого другого legacy-приложения при переезде на горизонтальное автоскалирование, лучше выбрать какое-то окно регламентных работ. По факту, нынешняя примерно конфигурация Horizontal Pod Autoscaler. У нас есть скалирование, у нас есть еще во второй версии Horizontal Pod Autoscaler добавилась возможность управлять поведением. И если мы часто получали раньше на приходе трафика и уходе такую, как это называть, пилу, то есть мы скалируемся до 80 подов, потом падаем до 40. Через 2 минуты скалируемся до 80, падаем до 40. В общем, во второй версии появилась возможность управлять таким поведением, и как-то я там, как написал в Slack, наших слонов, наши пилы должны были проглотить удавы. И, в общем-то, график количества подов должен был стать ровным и гладким, и мы плавно снижались после прихода трафика. Фактически, еще внутри подов мы добавили вот такую штуку, я уже говорил, о динамических пулах. И внутри подов у нас есть теперь возможность вырасти немножко внутри пода и при этом не запросить Horizontal Pod Autoscaler, а запросить его в тот момент, когда мы понимаем, что трафика уже слишком много и надо расти дальше. А еще мы добавили кластер Autoscaler в Гугле. Почти на всех пулах, нод-пулах у нас есть. И мы еще можем кластер на горизонтально вырасти. И по факту мы сейчас в нашем legacy-приложении имеем масштабирование гибридное, как я говорил. То есть мы можем вертикально чуть-чуть за счет процессов PHP и FPM подтянуться, да, какой-то резкий всплеск трафика обработать. А если нам этого будет не хватать, мы включаем уже Horizontal Pod Autoscaler, начинаем там расти. А если нам там не хватает, мы начинаем расти уже кластерно. А если даже и там не хватает, мы всегда с помощью наших аналитиков можем прогнозировать, что у нас будет очень много трафика. Хабр-эффект или как-то угодно можно как называть, очень много трафика, и мы заранее можем еще подскелиться, ну, в общем-то, как и всегда, ручными способами, ну, или поправить в коде, там, например, в HPA сделать там не 140, как сейчас у нас, пудов, а, например, 240, и суметь, в общем-то, пережить такой трафик без 500-ок вообще. Какие проблемы остались у нас после вот такого переноса? Ну, во-первых, называемая, так называемая Nginx-матрешка, когда мы опа, а там еще один живой. То есть у нас есть у провайдера 100% Nginx на лоад-балансерах на их, потом у нас есть лоад-балансеры с Nginx, потом у нас стоит ингресс-контроллер Nginx, потом есть Nginx в поде, ну и, собственно, потом PHP FPM-предложение. Ну, собственно, нам иногда при дебаге нужно нормально такую цепочку Nginx и их конфигурации раскрутить, чтобы понять, что происходит и вообще, как эту, где собака зарыта. Какие еще проблемы? Это Kubernetes-пробы. Приложение очень старое, написано было, ну, условно, на коленке, уже не поддерживается почти. И у нас там все readiness-пробы, они совпадают с liveness-пробами. Проверяем TCP-шный порт, он поднялся, значит, можно трафик отправлять. Ну, на самом деле это не так. Слава богу, у нас есть стартап-пробы, которые с помощью тайм-аутов просто ждут. Там подождали 30 секунд, считаем, что под поднялся. Да, это костыль, да, это неправильно. Ну, можно написать health-check, который будет на любой запрос по URL health-check отвечать 200. Ну, примерно то же самое, то есть не сильно лучше.
Что еще? Можно добавить только правильные уже health-check endpoint'ы, либо мы можем просто прогревать приложение, если оно позволяет там различные warm-up'ы, да, прогревать, результаты складывать в файлик, а потом с помощью стартап-пробы ходить в этот файлик и проверять, что у нас там единичка, не единичка. В момент, когда все это деплоилось, у нас этого не было, просто потому что в тех версиях в GKE, по-моему, в 1.17, просто exec-пробы не очень корректно работали и могли неправильный результат давать. Сейчас уже это сделано, и оно дает более-менее результат. Как итог. Хотелось бы, чтобы те, кто переносит или переносили приложение Legacy на прод в Kubernetes, воспользовались нашим опытом и не съели тех ежиков, которых съели мы. Ну, во-первых, да, правильно делайте, правильно завершайте процессы. Graceful shutdown — это важно, это очень нужно. Помните, что сайдкар-контейнеры, они коварны. Надо уметь их правильно завершать, иначе вы просто можете потерять часть данных для аналитики или прямо реальных часть пользовательских данных. Помните еще про тайм-ауты на всех уровнях, да, что, например, Kubernetes может завершить ваш под до того, как под будет реально завершен, и также данные будут потеряны. Ну и понятно, помните про вот этот нюанс с реплика-сетом и горизонтал под автоскейлером, что при переходе с реплика-сета с деплоймента на HPA есть шанс, что все ваши поды схлопнутся до одного единственного, а это будет не очень хорошо. Ну, собственно, больше мониторинга, больше алертинга, больше логирования позволит вам решать проблемы. Будьте гибче, будьте добрее. Нам всем нужно быть добрее. Отдельно хотелось благодарность вам, всем зрителям, всем слушателям, всех, кто смотрит, пришел, послушал, посмотрел. Команде Rubik's Cube из нашего гаража 8, которые много работы сделали над этим Legacy-приложением. Ну и отдельно свою команду системных инженеров, Игоря, Андрея, Игоря второго, Илью, все, кто настоящие терминаторы, знают, когда нужно процесс остановить. Отдельно Никите, самому молодому терминатору, ну и отдельно Гоше, самому уверенному терминатору из нас. Вот, спасибо всем. Оценить доклад, задать вопросы. Спасибо тебе. Даже огромное спасибо за археологические изыскания, и они будут всем нужны, потому что PHP FM еще с нами долго. Маленький презент, чтобы ты про нас не забывал темными и холодными вечерами. И у нас пошли вопросы, наверное, тоже о терминаторах. Да, здравствуйте. Спасибо за доклад, очень интересное приключение. И оглядываясь на все это приключение, наверное, у всех возник главный вопрос. Стоит ли переписывать Legacy код или все-таки пытаться его перенести так? Да, как минимум health-чеки надо правильно написать. Это вот прям сразу. Если вы хотите переносить только ops командой или вы не готовы потратить достаточное время на правильные health-чеки, это будет больно. Лучше правильные health-чеки, они вам помогут сливнес, readiness со стартап-пробами. Вы просто всегда сможете правильно запускать приложение и понимать, работает оно или нет. Если вы, конечно, готовы в пучину вот таких вот приключений опуститься и отвечать за каждую 502-ю ошибку лично, милости просим, каждый волен делать, как хочет. Но это будет спасибо. Тема для очередного доклада. Да. У нас вопрос? Да, здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня Сергей зовут. У меня два вопроса, даже, наверное, 2,5. Первый по поводу схемы самой с Nginx, где мы говорили, что у нас есть Nginx, потом fast CGI pass, мы идем на FPM и так далее. Да? У себя вы в Кубере в итоге реализовали схему с отдельными деплойментами под Nginx и под PHP FPM, правильно? Рассматривали ли вы схему с сайдкар-контейнерами именно в составе Nginx, FPM и еще чего-то? Если да, то почему отказались? У нас на самом деле в нашем вот во всем этом большом приложении есть деплойменты как чисто с Nginx, так и есть там, где Nginx в виде сайдкар-контейнеров, потому что там достаточно много пулов, я не все перечислил, в том числе там пулы есть с веб-апи, в которых есть и
ну, в которых есть, собственно, Nginx как качестве сайдкара. И, по-моему, на одной из схем как раз с таймаутами там как раз Nginx-контейнер и конфигурировался, который сайдкар-контейнером. А есть чисто такая прям совсем тяжелая статика, которая отдельным деплойментом, ну, мы так можем, Kubernetes позволяет так делать, и слава ему. Да. А тут возникает вопрос, а почему везде Nginx есть другие сервисы, которые чертовски быстро в статике? Или просто так исторически сложилось? Ну, вообще, это прям рецепт Nginx, статика, а все остальное в FPM, PHP, наш родной. Все, спасибо. Старый. Старый добрый, да? Старый добрый, да. Старый добрый друг, лучше двух. Еще следующий вопрос. Я не дозадал, простите. По поводу скалирования HPA-шки. Вы скейлились только по, получается, дефолтным метрикам CPU. Пробовали вы использовать кастомные метрики того же самого FPM или, может быть, что-то еще там через Prometheus адаптер или что-то в этом духе? Ну, вообще у нас есть микросервисы, и не один даже, и даже не десяток, которых мы, собственно, получаем даже и из Rabbit метрики и тому подобное. Но именно в этом приложении мы просто, у нас был достаточно ограниченный промежуток времени на перенос и ограниченное время на реакцию. И мы просто посмотрели на мониторинг и поняли, что на 65% нам точно нужно расти. Мы уже ожидаем, что дальше нам нужно будет расти. Собственно, мы ориентируемся на CPU. Потребление памяти при этом, по-моему, что-то около 250 мегабайт на процесс, прям стабильно, или около 200 мегабайт. И мы себе это могли позволить. Окей, спасибо. И следующий вопрос. У меня вопрос про магический слип. Кажется, это не очень надежная схема со слипами все делать. Неужели типа сложно разработчиков там тыркнуть и попросить им, чтобы они дали ручку по health-чеку? Типа работает сервер, нет? Чтобы возвращал там пустой JSON, либо 502 какой-нибудь, что типа пинги есть на вас. Ну вот если говорить о там пустой или не пустой JSON, как проверить работоспособность там PHP в PM-приложении, да? Ну, ты должен какую-то процедуру выполнить, операцию, ну, например, хотя бы проверить доступность Redis, да, доступность SQL и тому подобное. Пинги до баз, я это и говорил. Ну, что-то. Тут надо вот это что-то сделать. Мы это делали прямо, у нас времени было, ну, в обрез. То есть приложение уже сообщили, что оно уже перенесено, работает. Бах, 502 на проде. Надо быстро это решить. Я поэтому говорю, что это, почему он называется, по-моему, путь опсов, потому что уже, собственно, бэкэндеров у нас на тот момент еще не было в команде. У нас было 5 системных инженеров в команде, которые просто решили, как могли. При этом эта система продолжает работать, а поскольку приложение не сильно меняется, мы можем с уверенностью сказать, что оно достаточно стабильное. Собственно, для этого у нас есть SLO, по которому мы понимаем, что пока все окей. Ну, это отменяет, да, вопрос, почему не мониторить просто PID1 с FPM, с мастером, да, кажется, решение. Ну, коллеги, как рассказали в докладе, то просто решили проблематику средствами PHP, FPM. Так было принято. Да нет, ну, это на самом работа. Деле это хорошее решение, что действительно мы можем следить за процессом, да, существует он или нет, но на тот момент я вот не помню, как мы там следили. Вот с экзеком были проблемы, вот когда мы переносили. Сейчас, по-моему, как мы проверим PID через экзек, только мы можем сходить к нему и проверить. Ну, PSAUX, да, Docker exec, PSAUX. А вот в тот момент я уже говорил, что экзек не всегда корректно отрабатывал, и у нас были с ним проблемы, поэтому у нас и readiness пробы были просто тыкнуться по TCP на 80-й порт. Да, даже по TCP, по-моему, не по HTTP. И у нас следующий вопрос. Да, спасибо за доклад, очень интересно. Максим, компания Altenar. Хотел спросить, есть такая боль с PHP-шными приложениями, что зачастую даже если поды самого приложения отскалированы, у них все равно общая база. И если начинает по какой-то причине расти тайминги базы, то, соответственно, нагрузка на КПУ и занятость пулов, она резко возрастает. И в связи с этим вопрос, есть ли какая-то метрика того, что приложение начало скалироваться там, горизонтально или по кластеру, или еще как-то неадекватно трафику, и как это может быть устроено, если есть? Нет, у нас такого скалирования нет, но при этом что я точно знаю, что у нас довольно большой запас на базах данных по РПСу, и мы понимаем, что мы можем, ну, условно, у нас 140 подов, что мы можем выдержать, ну, 340 подов именно для этого приложения. Поэтому мы как бы даже об этом не задумывались, у нас есть запас, потому что там у нас
тянет база, условно говоря. Ну, хорошая идея, я, кстати, запишу себе, и мы действительно в эту сторону посмотрим, потому что в какой-то момент это может стрельнуть, и это будет такой неприятный сюрприз. И, если можно, спасибо за ответ, еще один маленький вопрос. Зачастую при рекомендациях по настройке для производительности PHP, наоборот, рекомендуют с динамик пулов переходить на статик. Не было ли заметно какого-то повышения оверхеда на процесс? Или там при скачке процессов из-за этой настройки? Мы как раз-таки, наоборот, вначале начали статик использовать и поняли, что нам вот как раз не хватает небольшого гандикапа, да, на возможность роста обработки, ну, на возможность роста вычислительных мощностей внутри пода. То есть нам нужно было успеть очень быстро отреагировать на мгновенно пришедший трафик, потому что для этого приложения характерно появление трафика в секунду. То есть мы, грубо говоря, ждем, и в какой-то момент у нас там x10 трафик. Вот. Поэтому очень важно было внутри суметь вертикально отскалироваться. Понял, спасибо большое. Ну, это намного дешевле, чем скалироваться горизонтально, создавая новые поды. А слушай, у меня как раз уточнение, если у вас специфика трафика, что вам всегда, ну, вот любой секунду прийти, и не думали просто про горячие ноды как раз для этого трафика? Ну, у нас с этим намного проще. Мы не знаем, когда он придет. Мы понимаем, что он всегда может... Всегда держать. А? Всегда держать процентов 15-20 мощностей для этого трафика. Ну, мы и так держим, условно говоря, у нас минимальный уровень. Он из-за того, что трафик не просто приходит x2, да, а он приходит x10, а бывает x20, а может быть x100. Поэтому мы должны суметь очень быстро вырасти. И, это, и самый простой способ – это вырасти внутри пода. Мы выросли внутри пода, перешли планку 65%, тут же начали расти горизонтально в подах. А еще там, если уже продолжаем, понимаем, что трафика еще по-прежнему много, начинаем расширять кластер. И... Интересна у вас история. Я думаю, вы скоро будете по запросу строить дата-центры, если пришло много трафика. А у нас следующий вопрос. Все. Не вижу вопроса. Увидел. Привет, привет. Андрей Радыгин из Фланта. На самом деле мы столкнулись с тысячей таких приложений, о которых вы рассказали. Поэтому опыт очень полезный, интересный. Спасибо. Я на самом деле хотел развить вопрос предыдущего товарища по поводу статик versus динамик. И, ну, скорее, комментарий, вопрос на обсуждение. Получается, вы упираетесь в то, что вам приходится реквесты постоянно держать по максимальному количеству реквестов всех форков в рамках пода, а значит, вы нормально поскейлиться вниз никогда не сможете. Ну, у вас будет все равно over-request. Over-request. Да, это действительно так. То есть он вполне может быть, что у нас вот это приложение начнет двигать, условно назовем так, двигать другие приложения в плане вычислительной мощности. Но мы к этому готовы, и это та жертва, которую мы приносим, чтобы суметь обработать большое количество трафика задешево. Вот так, ну скажем. Да, то, что вы прокомментировали, мне в принципе разложило. Но есть второй поинт. Я видел, что вы HPA настроили по CPU. Но в вашем кейсе как будто бы логичнее настраивать на утилизацию idle процессов в каждом поде. Тогда вы сможете скейлиться намного надежнее, опираясь на количество занятых процессов, а не на эфемерное CPU usage. Ну, пока, может быть, вы правы, действительно, может быть, стоит на это обратить внимание. Просто пока в нашем случае мы другого поведения, кроме как роста CPU с ростом нагрузки, не обнаруживали. То есть мы, это просто для нас было на тот момент самое простое и легкое решение, мы его использовали. Ну, собственно, я потом посмотрю запись и советы раз, два, три. Мы это все, скорее всего, попадет в бэклог, возможно, и будет применено. Спасибо за подсказки. Окей, okay, спасибо вам. Мы же здесь собрались, чтобы поделиться опытом. Я обсуди потом это все в зоне QA. Обязательно. Да, и мне кажется, будет тема в следующем году посмотреть, а как вы еще выросли. Да. А, кстати говоря, по настройке, последний момент по поводу процесс-пулов, по-моему, там как раз я в настройке указывал, говорил, что у нас там есть еще и так называемые дремлющие, да, спящие, не более, там какой-то процент у нас был спящих процессов, которые могли мгновенно принять трафик, и только потом мы начинали порождать новые процессы. То есть это еще один такой шажочек, ну, для дешевого, ну, относительно времени роста. Я про это и спрашивал, что горячий буфер, который мгновенно принимает
трафик? Ну, они примерно внутри пода считается, потому что у пода есть реквесты. Ну да, это вот горячий процесс, ожидающий процесс. Спасибо за очень подробные ответы. И еще вопрос. Вопросов нету, все, наверное, еще пытаются понять, что такое вообще PHP и PM и зачем он нужен в 2023 году. Мы с тобой знаем для чего. И выбери лучший вопрос. Книга будет в подарок от конференции Онтика. Вот в первом ряду молодой человек. Да, мне понравились его вопросы. Ура! Да, всем спасибо за вопросы, спасибо, что пришли. Спасибо.